преддверии 1 сентября в Апатитах стартовала акция ГИБДД «Внимание, дети!». Инспекторы вместе с воспитанниками детских садов и школ останавливают водителей, раздают памятки автомобилистам и пешеходам, чтобы еще раз напомнить о правилах дорожного движения. В одном из рейдов побывала и наша съемочная группа. Соблюдайте правила дорожного движения. Всегда соблюдаем. И еще что делаете? Пристегивайте? Обязательно. Смотрите на дорогу, соблюдайте дистанцию. Самое главное. Вручай. Это мне спасибо. Счастливого пути. Спасибо вам большое. Вот такие напутственные слова говорят воспитанники детского сада номер 35 автолюбителям. Акция «Внимание, дети!» ежегодно проводится в конце августа. К ней присоединяются не только педагоги и сотрудники ГИБДД, но и родители. Совместно рисуют плакаты, проводят беседы и так называемые уроки безопасности. Для того, чтобы воспитать гражданина и хорошего человека, должны участвовать все в воспитании ребенка. И родители, и педагоги, те же самые родители, и общественные организации, ну и, соответственно, ГИБДД непосредственно участник этих мероприятий. С начала 2020 года дети пострадали в 7 ДТП. В основном это велосипедисты и подростки, переходящие дорогу в неположенном месте. Акция продлится до 11 сентября. Внимание!